Сознательные владельцы животных понимают степень ответственности за здоровье четверолапого друга и безопасность окружающих, а потому своевременно проводят необходимые профилактические мероприятия. В их числе вакцинация, в первую очередь, от бешенства, смертельно опасного заболевания, лечения которого не существует. Бешенство – это особо опасное заболевание, смертельное заболевание. За все годы, которые это заболевание изучается, выявлено только 8 случаев излечения людей от бешенства. Но это единицы. Ежегодно от бешенства умирает более 55 тысяч человек в мире. Поэтому заболевание очень опасное. Заражается человек при укусе животного, которое больное бешенством, либо при попадании слюны больного животного на раны открытые какие-то, где идет проникновение уже вируса, и оно по нервным путям дальше попадает в головной мозг, где вызывает уже энцефалит, разрушение головного мозга. Прививать настоятельно рекомендуется кошек, собак и хорьков не реже одного раза в год. Только в этом случае можно говорить о безопасности. Все животные в нашей стране по закону прививаются с 3 месяцев. Собаки, кошки и хорьки у нас в данном случае. С 3 месяцев ежегодная обязательная прививка от бешенства идет. Прививки есть разные по стоимости, по производителям. Хозяин под себя подбирает, в принципе, и для животного, что будет важно, и для себя по финансам, и по каким-то своим соображениям. В целом, эпидситуация по бешенству на Брещине находится на общереспубликанском уровне. В год регистрируется около 50 случаев заболевания среди животных, чаще всего диких, как правило, лис. На территории Брестской области только с начала этого года зарегистрирован 31 случай лабораторно подтвержденного бешенства. Из них 18 – это лисица, которая является природным резервуаром бешенства. Кроме того, это собаки и кошки. В прошлом году у нас в области регистрировались заболевания бешенством у коров и у мелкого рогатого скота. Совсем скоро, в конце сентября, пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с бешенством. Дата – еще один повод напомнить о важности проблемы, привлечь к ней внимание. Для кого-то, может быть, это станет дополнительным стимулом отвести своего питомца на прием к врачу. Прививка от бешенства – основная гарантия защиты от опасного смертельного заболевания.